Шеф-повар Максим Григорьев. Капуста с фаршем тушеная. Если вы любите тушеную капусту, предлагаю попробовать вариант ее приготовления, капусту с фаршем. Очень простое и доступное по составу блюдо, но от этого не менее вкусное. Подавать как самостоятельное блюдо. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Вода 200 мл. Говяжий фарш 450 грамм. Зира, кумин сухая 1 чайная ложка. Капуста белокочанная 1 штука. Лук репчатый 2 штуки. Масло оливковое экстра вёрджин 2 столовые ложки. Морковь 1 штука. Перец черный молотый 1 щепотка. Помидоры консервированные 3 мл. Соль 1 щепотка. Шаг 1. Ингредиенты. Средний вилок капусты, говяжий фарш можно смешанный, лук, морковь, консервированные помидоры или свежие, в сезон, соль, перец зира, оливковое масло. Шаг 2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Шаг 3. В глубокой сковороде в разогретом масле, на среднем огне обжаривать около 7 минут, помешивая лук и морковь. Шаг 4. Выложить в сковороду фарш, размятые помидоры, свежие помидоры обдать кипятком, снять кожуру и нарезать кубиками, и зиру. Перемешать и потушить. Шаг 5. Капусту нашинковать. Шаг 6. Фарш с овощами слегка посолить и поперчить. Шаг 7. Добавить капусту, влить 200 мл воды. Накрыть сковороду крышкой и тушить около 30 минут, изредка помешивая. Шаг 8. Готовое блюдо подавать сразу же. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.